берем столб на одной ноге, Дули Джуан. Этот столб Казуми отметил, когда он лоу-кик на защиту от лоу-кик показывал, что нельзя назад заваливаться. Этот столб на одной ноге, вот я сейчас покажу, мы его поделаем. Очень хорош для защиты, для всего, вплоть до вот этих ударов и вот этих ударов. Итак, носок левой ноги прямо. Поднимаем правую ногу примерно на высоте колена. Колено чуть отвинуло в сторону. И вот это вот направление стопы вниз, вперед и внутрь. Вот сюда. Руки поднимаем перед собой. Левая рука чуть выше. Я давлю сюда, а тело в другую сторону. Раз. Вот такое. Наскручивание поясницы, наскручивание и вытягивание. Вот с другой стороны посмотрим. Вот это, оп, натяжение же. Видно, да? То есть, по большому счету, это работая сейчас спиной, поясницей. Опорная нога чуть-чуть согнута. Макушку подвешиваем. Нужно в этом положении собрать свою объединяющую силу, собрать свое тело. В киокушин много работы ногами. И здесь очень хорошая иллюстрация, как на одной ноге почувствовать вот это, собрать внутреннюю силу. Попытка работать телом, верхней частью тела. Видите, вот такое было. Давай держим. Попробуй сейчас больше поясницы. Чуть меньше будет амплитуда, но ты почувствуешь, как доберется. Я сейчас больше вверх ушел. И немножко завалился назад. Давайте я на себе покажу. Ну да. Вот я поднимаю ногу. А моя моральная устойчивость будет зависеть от того, подвешиваю макушку. Вот подвесил макушку, я более устойчив. И вот моя работа. Видите, вот она. Чуть-чуть поясница. При этом, если ногу потрогать, она такая мягкая, как веточка, то же самое. Нет, например. И обычно, когда принимаю позицию, заваливаюсь назад, уравновешивает. О, а это развал, чуть потянуть сюда. А здесь я тоже собираю куа, смотрите. Оп, и у меня ощущение, как будто чуть вперед наклонился. На самом деле у меня сейчас вертикали есть. И вот я даже на одной ноге могу вот эти все в любом направлении усилия показать. Видите, столб живой. Ту-ту-ту. Удары руками, ногами. И достаточно. Обычный человек, он, его сразу болтанку. Почему? Ум не готов, он разбалансирован, то есть эмоционально. Нет подвешенности за макушку. Если подвесил за макушку, хоп, я как вишу. И мне сложно упасть, потому что я, да, хоп, плечи расслабил и вот так работаю. Как называется удар? Как-то называется, да? Каката Герин, да? Да. Вот. Очень близко к его применению. Если здесь же не запрещены вот эти удары. То есть, нормально, да? Нормально, да. Да. То есть он на меня пробует сблизиться, стопорящий, да? Да. Вот, вот мой столб, да, в этом положении. И Маваши Гэри Дзёдан вот с этой ноги. Да, сюда, да. То есть у меня выстроена защита, распирающая. И здесь тоже. Давай еще раз. Ага. Здесь не запрещено, но я могу серьезно повредить его. Понимаю, да? Потому что, да. Ну, на щадящем режиме, может, здесь вот так попробовать, да? Заметил, что в смешанных единоборствах чаще вот эти все используют такие раздражающие. Да, они стоп. Да, они очень. А на улице вообще песня, потому что вы подошвы, там ничего не повреждаете. Туф, да. А это все, здесь у нас направлено больше вниз, направлено, а здесь можно любые траектории делать. И, соответственно, если в боевом применении, покажу. Вот эти техники, да, вот они. С этой стороны, с этой стороны. Видите, сюда, да. Пам, да. Здесь, да, под заднюю. И самое главное, они очень безопасны. И руки, видите, у меня пам, пам, пам. Вот как я как иду, так и тут же снова пум-пум-пум, все продолжаю. Очень приятно. Ну, в приложении киокушин, конечно, поставу не надо, но вы можете какие-то темы такие свои поразрабатывать, да? Пам, да, да. Можно даже на этом уровне. Он, кстати, он неплохо в тазобедренный идет туда. Да, такой стопорящий. Да, да. В целом, наработка, если мы рассматриваем не только спорт, а как будо, то... Тема. Еще раз сделаем. Давайте, давайте, как еще раз. Ду Ли Джуан. Ду Ли Джуан. Немножко чуть побольше, чтобы вы увидели. А сейчас уменьшаю его такие еле-еле движения. Внутрь.
Да, внутренняя работа. Фансун поймал. Пум. А фансун что? Фансун – правильное расслабление. Вот. Это когда у вас есть наполнение, есть тонус некоторые, но вы сабун. Да. Вот это чрезмерное напряжение, вот это вялость. Вам где-то серединку найти. И сатну. Да, да, да. Ну такая тонкая, еле заметная, что-то вроде шевелится потихонечку. Ну такая работа.